В этом доме номер 18 по улице Первомайской Леонида Ивановича до сих пор соседи вспоминают с теплотой. Именно в этом доме жил, трудился на благо людей и во славу любимого города известный краевед и врач. Он никогда не проходил мимо, не спросив, ну как дела, а чем занимаетесь, а что нового. Мы будем вспоминать о нем всегда. Мы будем подрастающее поколение, подрастающему поколению ставить его в пример, учить жить, учить любить родной край. Леонид Иванович 30 лет проработал в санаторно-курортном комплексе нашего города и прилагал массу усилий для развития лечебной базы, реконструкции санаториев, маяк, БФО, внедрял новаторские методы оздоровления и лечения. Благодарные анапчане инициировали открытие мемориальной доски в память о земляке. С ним всегда было приятно общаться. Это обладал мудростью житейской, профессиональными высокими знаниями. Во время торжественной церемонии открытия памятной доски в адрес Леонида Баклыкова прозвучало много добрых и искренних слов. Депутаты, общественники, представители администрации курорта, соседи и друзья Леонида Ивановича в знак своей признательности за его многолетний труд оставили немало букетов у памятного знака.